Активисты из Рязанского экологического альянса объявили о старте акции против незаконных свалок под названием «Навигатор». Сейчас экологи и добровольцы осматривают глухие уголки города и районов области и отмечают на электронной карте несанкционированные точки с мусором. Буквально за пару дней активисты из Эры обнаружили около 60 таких мест. Крайне трудная обстановка, по мнению волонтеров, сложилась в частном секторе Московского района, деревнях Семчино, Недостоево, Дягилево и в местных гаражных кооперативах. Мы по поводу нашей карты свалок, на которой у нас порядка 350 точек было по состоянию на 1 апреля, отправляли письма по 18 районам области и в администрацию города Рязани. О всех обнаруженных несанкционированных свалках мусора экоактивисты сообщают в администрации Рязани и правительственные организации. По словам волонтеров, некоторые префектуры присылают сотрудников и действительно проводят совместные рейды. Однако чиновники районных администраций и префектуры Московского района Рязани нередко относятся к проблеме с мусором весьма формально. В основном, жалуются экологи, присылают лишь отписки, что, дескать, свалки многократно убирались, но возникли снова, да и расположены они в труднодоступных местах, мол, не подъехать к ним, не подойти. Представители Рязанского экологического альянса, если и дальше ситуация не изменится, собираются обращаться к надзорным органам.